Всем привет, вы на YouTube-канале Торгового дома Vides Group. Сегодня у нас снова в гостях Дмитрий. Опять в гостях Дмитрий, представитель компании Altonica. Дим, что сегодня привело вас к нам? Ну, во-первых, вкусный кофе. Так поздороваться, лишний раз сказать спасибо за вашу замечательную работу, за то, что вы так всегда поддерживаете нас, за то, что вы часто нас приглашаете. Мы всегда с большим счастьем к вам еду. Вот. Вас. И сегодня я хотел бы поговорить об очень интересной вещи в плане безопасности. О курицах и об яйцах. Привела мне сегодня, да, мне сегодня привела к вам как бы вещь, которая у нас существует уже больше 2 лет, и поднял этот вопрос системы безопасности компании Петелинка. Слышали такую компанию? Да, конечно. Ну, которую выращивают. Вот, вопрос заключается в следующем, что есть курятники, ну, курятники промышленные, это не как у нас в деревнях, а это действительно это огромные... Огромные сараи, там по 40 тысяч единиц голов, это их таких сараев может быть там несколько сотен. Вот. Есть административные помещения, есть силосозаготовительные, там кормозаготовительные помещения, есть ветеринарные какие-то службы, есть административные службы, есть, извините, это, какашки собирают, я не знаю, как это правильно называется, вот, навозы, да, навозохранилища и так далее, так далее. Вот. И все это представляет себе огромное территориально распределенное предприятие, которое может быть на расстоянии там, нескольких километров в длину и нескольких в ширину. То есть, это такие предприятия встречаются часто, даже в Подмосковье я на таких предприятиях присутствовал, да, и вот сейчас я смотрю, идет по презентации фотографии, да, моего присутствия на этих вещах. Вот. И что нас туда привело? А привело нас туда то, что если вдруг отключается электропитание или отключается вентиляция в курятнике, то что происходит? 40 тысяч голов птиц делают так. Да. Они просто задыхаются. Они задыхаются в своих испражнениях, да, в своих там вещах. И вентиляция нужна постоянно, тепло нужно постоянно, потому что она очень. Птица на самом деле вещь очень нежная. Вот. И это надо контролировать. А, конечно, каждый курятник, иногда бывает там и сотни, 2 сотни таких вот помещений больших. Ну, просто контролировать физически, ну, физическая охрана это несерьезно. Представляете, сколько человек надо будет взять. Вот. Это сразу яйца будут у нас стоить уже на порядок дороже, скажем так. Вот. Поэтому решается все технически. Ставится система охраны. А вот теперь какая система охраны? Есть ветеринарно-санитарные правила. Вот. Эти правила приняты достаточно давно, еще утверждены в Советском Союзе, ну и сейчас продолжаются. Эти правила написаны, грубо говоря, кровью птицы. Вот. Правила говорят о том, что расстояние между птичниками должно быть достаточно большим. Там и 200 метров фигурирует, и 300 метров. И от птичников до административных зданий, и до ветеринарных каких-то зданий, и там других помещений, именно для того, чтобы не было распространения вирусов, не было распространения там, падежа и так далее, так далее, так далее. Вот. Между этим помещением ездит транспорт, отвозит яйца, привозит на вырост птенцов, возит корм, возит там какие-то антибиотики, да, которые дают птицам, обеспечивают дезинфекцию курятников и так далее, так далее. То есть это достаточно большое такое движение. И, конечно, тянуть там проводные системы, ну, скажем так, неудобно. Да, а потом, если у нас еще специфика российская, да, если на работе ты не гость, свистни ты хотя бы гвоздь, да, соответственно, любой представитель, такой более-менее пьющий представитель учреждения, обычно, как вы знаете, вот эти куриные хозяйства находятся не в центре, да, России, а в таких не очень благополучных районах, 20-30 килограмм меди – это ценная вещь. Да, и поэтому провода часто уходят на ближайшие вещи, и система перестает работать. Поэтому, наверное, все-таки радиоканальные решения, они наиболее оптимальны. Вот. И мы предлагаем на наших радиоканальных решениях, потому что, во-первых, они дальние, во-вторых, они надежные, в-третьих, они имеют контроль канала. То есть, если в течение 4 минут у вас не сработала сигнализация, то, соответственно, ну, не работает там выведенный из строя по какой-то причине. Вот тут тоже об этом узнаете. И это все контролирует вот эту огромную территорию, собирая все в одно место. Если, не дай бог, появилась информация о каких-то
неприятностях, то, собственно говоря, вы туда выезжаете, смотрите и устраняете. Ну, вот, опять же, сейчас на рисунке видно наш прибор, ну, в данном случае это у нас приемник РД-шка, да, который принимает сигналы. Вот у нас, значит, соответственно, релейные выходы, которые позволяют на каждый курятник сделать какой-то релейный выход. Да. Вот программное обеспечение, видите, там желтые, желтые курятники, да, вот помещение курятников, все нормально, если будет тревога, то они будут красные. Тогда уже туда выезжаете, чтобы спасти птицу. И это экономит очень большие деньги, потому что полчаса отключения электропитания и вентиляции приводит к гибели всего поголовья в курятнике. А это 3 миллиона рублей убытка, что очень достаточно долго. Поэтому эта вещь достаточно сложная, и как бы наши решения, они востребованы. Я думаю, что к вам будут обращаться и наши слушатели, и ваши клиенты будут обращаться и решать аналогичные задачи. Вот. Я считаю, что компания Vidas – это одна из самых лучших компаний. Вы можете предложить таких курятников решение. Да, я вам сказал, вы поняли, о чем я говорю. А дальше в журнале «Алгоритм безопасности номер 5» за 2019 год вышла статья. Звучит она, как бы, знаете, так достаточно интересно, смотрите, комфортный курятник или сказать по яйцам. Вот, как бы тема яиц была раскрыта здесь полностью. Вот. Ну и, собственно говоря, я надеюсь, что вы обратите внимание, прочитаете ее, поймете, вы поймете задачу, которая стоит. Точнее, уже поняли, как я понимаю, задачу. Наши слушатели узнают, для чего это все решается. И у нас будет, как бы, для вас счастье, вы решите свои задачи, для нас счастье, мы будем рады и будем гордиться своей продукцией, которая спасет ваше поголовье и даст вам возможность беспроблемной работы. Ну, я надеюсь, не только Петеленко задумается, да, о обеспечении. Ну, Петеленко – это была первая компания, да, у нас еще много есть компаний. Первым делом это у нас мама-мама, папа-папа, да, из рекламы. Там не будем делать рекламу другим компаниям, поверьте, их много, вот, в разных регионах. И хотел бы обратить внимание, что решение дешевое. Угу. Ну, самое надежное, потому что посчитайте, сколько стоит провода, вот эти сотни метров проводов тянуть, еще копать там и как-то прокладывать их, и сколько стоит передатчик радиоканальный, да? Вот. Решение надежное, решение удобное, и решение как бы быстро монтируемое, потому что вам не надо, опять же, ничего тянуть, ничего монтировать. Вы сразу все ставите, подключаете на рядушку, все выполняете. Ну, я думаю, что это понятно, да, радиоканальные системы, они входят плотно в нашу жизнь, в нашу структуру. Так что выбирайте наших слонов. Никогда не думал, что, да, ем курицу и даже не только курицу, когда есть яйцо разбиваешь, да, яичница, да, тоже как бы. По сути, для обеспечения и безопасности и их используются, да, такие системы. Лучшие, я сказал, лучшие системы. Такие, да, системы, да, лучшие, как кальтоник. Дим, спасибо за историю, за рассказ. Я напоминаю, что абсолютно все оборудование, всю продукцию компании Altonic можно приобрести в торговом доме Vidas Group и также получить грамотную консультацию специалиста. Дим, спасибо. Спасибо вам. Надеюсь, еще, да, расскажу много интересных историй. Не сомневаюсь.